Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Продолжаем опыты. Дабы усилить освещение лампочек, чтобы поярче были, я сделал систему эту же на компенсации. То есть этот же дохлый аккумулятор работает на компенсации. Каким образом? Вот сейчас минуту, значит, отстой, 10 секунд. Идет заряд вот через вот этот выпрямитель. Видите, светит ярко. То оно так тоже светило. Но свет был в полнакала. А сейчас свет яркий, как видите. Так. Но ток не потребляет. Вот сейчас вот кончится минута. А на 10 секунд будет заряжать эту батарею. И опять минута. Вот, видите? Заряжает 10 секунд всего. Зарядил. Выключил. Продолжает светить ярко, как видите. Окно закрыто, а в комнате ведь светло, как днем. 5 лампочек на 5 комнат. Вот по такой схеме. То есть... дохлая батарея, 5 лампочек, далее. Выпрямитель 12 вольт 50 ватт. При заряде выпрямитель ток не потребляет. Потому что заряд идет быстро, не успевает потребить. И откатывает потом назад, если даже что-то и потребит. Но у нас еще добились. У нас горят ярко они. Можно отключить, будет тоже гореть. Но в полнакала, как я показывал. А это горит ярко, видите? Ярко. Вот 10 секунд заряжает. И опять все, опять горит ярко. Минуту. Счетчик, видите, не сматывает. То есть абсолютно бесплатная система на 5 комнат. 5 лампочек. Применяется реле Амрон. Сейчас я покажу схему. Схема такая. Та же батарейка, что в первом ролике АКБ. Дохлый, это вы видели. Емкость 0, там какие-то тысячные ватта. Далее. От батарейки идет свет на лампочки. 5 лампочек. 5 лампочек. И сюда же мы прикрепили выпрямитель для прикуривания. То есть мы как бы прикуриваем 10 секунд. Выпрямитель. 50 ватт мощный, чтоб сразу раз и все за 10 секунд. 50 ватт. 12 вольт. А далее у нас выпрямитель подключен через реле Амрон. Вот реле Амрон. Значит, 10 секунд идет у нас прикуривание. То есть прикуриваем батарейку. А минута, одна минута у нас идет. Работает она на том, что успела прикурить. И мы увеличили, значит, свет стал яркий. Свет стал яркий. И можно применять, видите, ярко горит. Вот сейчас выключено, горит ярко. На 5 комнат.
Благодарю за... А, потребление 0 на 5 комнат. Благодарю за внимание. Всем удачи и стального здоровья.